замечательные люди. Заики. Чистые, скромные, никуда не торопятся. А самое главное, ну чем они хуже нас? Да ничем. Гитлер, он вовсе не заикался. Не говоря уже о Муссолини, что из этого вышло? Ничего. Нет, то есть вышло, но нечто весьма неприятное. Именно потому, что не были они заиками. А вот будь они заиками и не произнесли бы ни одной речи во вред международному народу. Нет. Наши заики это, ну, что ли, отшельники какие-то, в хорошем смысле слова. Они даже лечат как-то по-особенному, без уколов этих, от которых бывает импотенция, да. Вот. Лечат их как? Выходит на улицу. Строит стройными рядами. И заставляют приставать к прохожим с различными там вопросами, ну, скажем, вы не женаты ли? Или, а где здесь остановка трамвая номер 12382? А такого трамвая и нет вовсе. Но это не главное. Главное спросить в течение более короткого времени, чем все остальные. У них и секундомеры щелкают, и отметки им ставят. Вот, а в магазине нужно спросить, сколько стоит колбаса. Или, вы мне неправильно сдачу дали. Это может быть и неправда, но не это главное. Главное спросить покороче. Их не сильно мучают, считают в минутах. И отметки ставят по 100-бальной шкале. Вы, говорят, батенька, получили 64, а вы, митенька, 2. После чего они должны сказать спасибо и разойтись. Ну, в смысле, снова по палатам. Сегодня все получили 100. Ну так вопрос же был хороший. У вас водка есть? Дорогая передача. Вы субботу чуть не плача. Вся казачкова дача телевизор рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыть там это, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорила моя руки краснобай баламут, про бессилие науки перед тайнами Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и каначка власти колет нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ну нельзя год подряд. То тарелками пугает, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины, говорят, вон. Мы бы в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы его не даст, кто не дурак. Вот это жизнь, а тут бермуды. Вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят им обедни злые происки врагов. Это их ходные черти бермудят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли, но тут нас. Тут примчали санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек, прикрутили спингом коек, бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Разрежите полотенцы и на веры изуверцы, на бермудерное на сердце и бермудерное на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Вот как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Баргулис телевизор запретил. Он из ней в огне маячит, за спиной штепсель прячет, подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Скажем, удивительное рядом, но оно запрещено. А вон дантист на доме, Грундинг, у него приемник, Грундинг, он его ночами крутит, ловит контра Ферре. Он там был купцом по шмуткам, ну и подвинулся рассудком. А к нам попал волнение жутко,
Зарос тревожным желудком и с немирочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и стратив, и весь распался на куски. На двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. И вчера в стеклянной клизме нам в больницу привезли. Так вот, один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник, незакрытый пуп земли. Чё там было, как ты спасся, каждый лес приставал. А механик только трясся и чиналики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж, то он над нами не издевался. Ну сумасшедший, что возьмем? Взвился бывший алкоголик, матершинник и хромойник, говорит, надо выпить треугольник, но троих не удаешь. Разошелся, так и сыпит, треугольник будет выпит, Путин параллелепипед, Путин крыл ядреного. Пусть безумная идея, вы не решайте сгоряча, вызывайте нас скорее через гада главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем спутлоту. Сейчас снова придут делать эти самые уколы, от которых развивается информация. Импотенция, конечно. Колите, доктор! Колите! Что? Да ладно! Не может быть! Я победил. Мне будут, не будут колоть инсулин, чтобы я лучше ел и спал. Нельзя спать. Жизнь без сна. Это моя тайна, моя. Колите, доктор, колите. И будьте снисходительны, ибо я любил вас. Больно, больно ведь. Мне скулы от досады сводят. Мне кажется, который год, что там, где я, там жизнь проходит. А там, где нет ее, идет. А дальше больше. Каждый день я стал слышать злые голоса. Где ты, там только наваждение. Где нет тебя, там чудеса. Ты только врешь и догоняешь, ждешь и боишься не успеть. Смеешься меньше, ты и знаешь. Ты стал разучиваться петь, как дым твои ресурсы тают. И сам швыряешь все подряд. Зачем? Где ты, там не летают. А там, где нет тебя, парят. Я верю крику, вою, лаю. Но все-таки, друзей любя, дразня врагов, я не кончаю с собой в побеге от себя. Хоть все пропой, протарабанья, хоть всем, хоть голым покажись, пустое все. Тут прозябанье, а где-то там такая жизнь воротила мне. Земля вертелась, и взявши пары три белья, я шась. И там, на вмиг, хотелось назад, откуда прибыл я. Зовут на прогулку, но там опять эти люди, которых зовут не иначе, как больной, и обращаются до ужаса ласково. Пойду. От судьбы не уйдешь, ни от своей, ни от мировой. Тем более, что наши судьбы как две большие параллели. Я тогда по полю водой реки, света тьма, нет Бога. Ах, чисто!
кустам поле возереги. И дальняя дорога, а вдоль дороги лес густой. А за бабами и гами, а в конце дороги той плаха с топорами, где-то кони. Из последнего письма. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. В последнее время я стал объектом недружелюбного внимания прессы и Министерства культуры. 9 лет! Я не могу пробиться к узаконенному, официальному общению со слушателями моих песен. Все мои попытки решить это на уровне концертных организаций ни к чему не привели, поэтому я обращаюсь к вам. Дело касается судьбы моего творчества, а значит и моей судьбы. Вы наверняка знаете, что в стране проще отыскать магнитофон, на котором звучат мои песни, чем тот, на котором их и нет. 9 лет! Я не могу пробиться. Я прошу в одном, дайте мне возможность живого общения со слушателями. Почему я поставлен в положение, при котором мое гражданское ответственное творчество поставлено в рот самодеятельности? Я отвечаю за свои песни перед страной, которая их и слушает и поет, несмотря ни на что. Но я вижу, как одна недальновидная осторожность работников культуры, обязанных непосредственно решать эти вопросы, прерывает все мои попытки к творческой работе в традиционных рамках исполнительской деятельности. К тому же песни мои в конечном счете жизнеутверждающие. И мне претит роль мученика. Это богатимого поэта, который мне навязывают. Я отдаю себе отчет, что мое творчество достаточно непривычно, но также трезво понимаю, что могу быть полезным в пропаганде идей, не только приемлемых, но и жизненно необходимых нашему обществу. Есть миллионы зрителей и слушателей, с которыми убежден, я могу найти контакт именно в своем жанре. В жанре авторской песни, которым почти не занимаются другие художники. Слева бесы, справа бесы. Нет, по новой мне налей. Эти снар, а те из кресел, не поймешь, какие злей. И куда, в какие дали, на какой еще маршрут? Нас с тобою эти врали по этапу поведут. Ну а нам что остается? Дескать, горе не беда. Пей, дружище, если пьется, все пустыми не вода. Что искать нам в этой жизни? Править к пристани какой? Ну-ка, солнце, ярче брызги, со святыми упокой. Вдоль обрыва, по над бровой стил, по самому, по краю. И я коней своих на кайкаю стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер бью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее гоню. Чуть помедленнее, умоляю вас, скачь, не лети. Но что-то кони мне попались, привередливые, и дожить не успел. Мне допеть не успеть,
немного еще постою на краю. Для чего я жил все это время? Чтобы убедиться в черствости и в духовной ядовитости обслуживающего персонала моей родной психиатрической лечебницы. Да завтра же я повешусь. Завтра. Если оно будет, это завтра. И все тогда. Деревья умирают во сне. Трудно во сне, но я не боюсь трудностей. Вот моя последняя записка. Я вчера много работал. Прошу не будить никогда. Засыпаю насовсем, люди. Я любил вас. Будьте снисходительны. А вот мое завещание. Я не люблю завещания, они все фальшивые, а особенно политические, но тем не менее, вот оно. Да здравствует международная солидарность сумасшедших, единственно возможная из солидарностей. Да здравствует безумие, если я и подобные мне безумные. И да здравствует все, что касается всего, что волнует и утешает. Все. Кину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу, трамвы на шаг неторопливый. Перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые. И дожить мне успеть, мне допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Жить
скорей, не успеть я коней напою, и я куплет допою, хоть мгновенье еще.